Друзья, вопрос качества топлива очень важен для тех автовладельцев, которые заботятся о своих автомобилях, не хотят вкладываться в ремонт, эксплуатировать современную технику, например, такую, как моя Renault Arkana с турбомотором. Сегодня мы поговорим как раз о том, как контролируется качество топлива. Для этого мы проведем сегодняшний день вместе с мобильной лабораторией сети АЗС «Газпромнефть». Я приехал на заправку «Опти», это партнер «Газпромнефти», партнерская сеть АЗС. Но топливо на ней точно так же контролируется, как и на заправках самой «Газпромнефти». Происходит это не реже одного раза в месяц. Давайте пойдем и посмотрим, как это происходит. А вот и сама лаборатория. Вот такой вот длинный крафтер на максибазе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Екатерина, покажете нам, как происходит контроль качества топлива? Конечно. Мобильная лаборатория – это специальный комплекс, который позволяет делать оперативный анализ на каждое АЗС. Лаборатория представляет собой современный автофургон, внутри которого есть испытательное оборудование, которое проверяет автомобильный бензин и дизельное топливо по всем основным показателям на соответствие техническому регламенту Таможенного союза и ГОСТам. Проверки проводятся внезапно, каждая АЗС проверяется не реже одного раза в месяц, и отбор проб производится на ТРК из пистолета. Вот так вот происходит забор. 8 вот таких вот емкостей. А почему 8? Потому что 4 пистолета, с каждого наливается по 2 бутылки. Одна из них — это, по сути, арбитражная проба, которая запечатывается и оставляется в определенном месте. А вторая бутылочка с таким же бензином идет на исследование, которое проводится прямо здесь, в мобильной лаборатории. А зачем, по-вашему, вообще нужен контроль топлива? Казалось бы, известный бренд, серьезный нефтезавод, но что может быть такого? Ну, на самом деле, бывают разные ситуации, связанные с условиями перевозки, хранения и так далее. Поэтому без контроля качества топлива серьезные компании не работают. И теперь мы наливаем последние 2 пробы, сотый бензин. Ну вот, отбор проб у нас завершился. И теперь они поступают в лабораторию. Друзья, вы, конечно, можете сказать, что, ну, а что там проверять? На каждое топливо есть вот паспорт, его можно на колоночке посмотреть, там всегда параметры будут соответствовать всем требованиям технического регламента Таможенного союза и ГОСТа. Но, собственно, для того-то и нужны мобильные лаборатории, чтобы проверить, насколько реально конкретное топливо на конкретное АЗС. А такие проверки, они проводятся не планово, они случайным образом проводятся. Насколько топливо соответствует тому, что там должно быть по ГОСТу, по техрегламенту. Собственно, выяснением этого и занимается мобильная лаборатория. Давайте посмотрим, что дальше происходит с нашими пробами. А первым делом нам нужно эти пробы, так сказать, узаконить, распечатать для них этикетки и нацепить на них пломбы. Что ж, давайте посмотрим, что здесь есть. Мы проверяем автомобильный бензин и дизельное топливо по всем основным показателям. Для дизельного топлива это температура вспышки в закрытом тигле, это фракционный состав, также общий анализ ИКА Фурье, массовая доля воды, и для зимнего периода температура помутнения и предельная температура фильтруемости дизельного топлива. Для автомобильного бензина основные показатели – это давление насыщенных паров, также общий анализ на ИКА Фурье спектрометре, фракционный состав и массовая доля серы. Первый прибор в нашей лаборатории – это Аэрофлэш. Он измеряет температуру вспышки в закрытом тигле, температуру вспышки дизельного топлива. Температура вспышки – это минимальная температура, при которой пары дизеля способны вспыхивать и при этом не образовывать устойчивого горения. То есть это буквально показатель безопасности дизельного топлива. Следующий прибор у нас RAVAP. Он измеряет такой показатель, как давление насыщенных паров бензина. Что это означает? Топливо постоянно находится в равновесии жидкость-пар. Пар является такой же
быть неотъемлемой частью вашего топлива, как и его жидкая часть. Собственно, слишком высокое давление насыщенных паров может вызывать магистральные пробки при заливке полного бака, например, в жаркую погоду. Вследствие чего машина может заглохнуть, но в этом нет ничего страшного. Нужно будет подождать минут 20, и это все пройдет. Однако, это же самое высокое давление насыщенных паров помогает машине гораздо легче заводиться в зимнее время. Наша задача — удерживать давление насыщенных паров в таком состоянии для того, чтобы зимой машине было легче заводиться, а летом не возникало излишнее давление. Летнее и зимнее топливо отличаются по показателю давления насыщенных паров. В зимнее время этот показатель не превышает 100 килопаскалей, а в летнее время 80 килопаскалей. Возможно, самый важный прибор нашей лаборатории – это ИКФРИЕ спектрометр. Он делает общий анализ и бензина, и дизельного топлива. Для бензина он показывает октановое число моторное и октановое число исследовательское. Также химический состав топлива, да? Количество бензола, кислорода, оксигенатов и фракционный состав. Для дизельного топлива перечень похож. Показывает цетановое число, также его химический состав, в данном случае это полиароматические углеводороды, и фракционный состав. Если у вас бензиновый ДВС, то, конечно, октановое число. То есть мы проверяем на соответствие. Как правило, октановое число чуть выше, чем в паспорте, что хорошо. Октановое число — это детонационная стойкость бензина. Собственно, это его способность под давлением поршня не воспламеняться раньше времени. Следующий аппарат у нас — это OptiPMD. Это установка микродистилляции, то есть мы, здесь непосредственно производится испытание. Он говорит нам о фракционном составе топлива. Фракционный состав – очень важный показатель. Собственно, самое главное, он показывает то, как расходуется топливо при разных температурах, то есть как оно испаряется. Мы здесь можем проанализировать и бензин, и дизельное топливо. Топливо испаряется, температура в колбе измеряется термопарой, и мы можем оценить, какой процент топлива испарился при той или иной температуре. Этот анализ важен для понимания расхода топлива. То есть здесь мы оцениваем, при какой температуре какое количество топлива испаряется. Это позволяет нам оценить, насколько быстро будет расходоваться топливо. Следующий аппарат — это у нас анализатор влажности Aquamax. Он определяет содержание воды. Откуда вообще может появиться вода в дизельном топливе? При резком перепаде температур внутри стенок резервуара на нефтебазе или на заводе образуется конденсат, который может стекать в топливо. Если его много, то это можно при отборе увидеть невооруженным глазом, то есть вода отслоится. Но для более маленького содержания мы, собственно, используем этот анализ. Друзья, на самом деле вы видели наверняка мой эксперимент по тому, как вода образуется в топливе в виде конденсата. Это возможно не только в условиях нефтебазы, но и в ситуации резкого перепада температур, особенно если бак вашего автомобиля сделан из металла. Наличие воды в баке может привести к повреждению системы питания, а также при низких температурах вода может просто замерзнуть и обездвижить ваш автомобиль. Следующий прибор у нас — рентгеновский спектрометр. Он определяет массовую долю серы в топливе, как в дизельном, так и в автомобильном. Современный класс экологичности К5 допускает наличие серы и сернистых соединений до 10 миллиграмм на килограмм топлива. Это очень мало. Мы определяем, что все наши топлива соответствуют этому показателю. Чем плоха сера?
во-первых, сера может вызывать коррозию двигателя, во-вторых, она ускоряет окисление моторного масла, а также плохо влияет на экологию. И последний прибор у нас – это аппарат для экспресс-анализа и определения холодных свойств дизельного топлива, таких как температура помутнения и предельная температура фильтруемости. Два очень важных показателя, особенно в зимний период. Что они означают? Температура помутнения – это та температура, при которой топливо начинает, собственно, мутнеть и потихоньку замерзать. Это первый предвестник того, что топливо в скором времени замерзнет. Температура фильтруемости – та температура, при которой топливо перестает отфильтровываться и, соответственно, застывает у вас в топливном баке. Для того, чтобы это не произошло, собственно, мы проверяем по этим двум показателям топливо. В зимний период предельная температура фильтруемости для дизельных топлив, которые реализуются на сети АЗС «Газпром нефть», достигает минус 32 градусов. Все приборы думают, так сказать, разное время выполняют тесты, но это происходит очень быстро, от 5 там, до 20 минут. И самое интересное, что тут невозможно как-то смухлевать или еще что-то, потому что все данные автоматически отправляются через интернет в единую базу данных, попадают заказчикам исследований, то есть все данные сразу в системе. Чуть позже мы скачаем один из протоколов и посмотрим, что там да как. Ну а теперь, друзья, мы приехали на следующую АЗС на Минской улице, фактически в центре Москвы, но это не значит, что топливо здесь не надо проверять. Проверки качества топлива выполняются здесь не реже раза в месяц. Собственно, такая же схема применяется и для партнерских АЗС. Если проверка показала, что что-то где-то пошло не так, моментально принимается соответствующее решение управленческое, так сказать, чтобы эту проблему решить. На прошлой АЗС мы провели проверку топлива. Сейчас мы имеем один из протоколов испытаний, по которому мы можем сказать, что топливо соответствует техническому регламенту Таможенного союза и нормам СТО. Итак, мы отбираем сейчас снова пробы. Ну, точнее, это делает Екатерина. Я работаю на должности лаборанта химического анализа и работаю практически 2 года. 2 года будет этим летом. В месяц у нас около 270 станций, среди которых и АЗС «Газпромнефть», и наши партнеры. Это сеть «Опти» и преимущественно это сеть «Нефтьмагистраль». Расскажи, где ты училась вот для того, чтобы заниматься этой работой? Я так понимаю, что вот работа с такими приборами, это же не посадят первого попавшегося человека, наверное. Я училась на химико-технолога в Московском институте тонких химических технологий. Я училась на кафедре нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива. Вот бакалавр. Так вот. Работаю в контроле качества вообще в целом очень интересная. То есть ты знаком непосредственно с технологическими процессами, да? Ты контролируешь качество топлива, также ты можешь общаться с клиентами, выдавать заключения о качестве топлива. И в целом очень здорово быть частью такой большой компании. Как вы питаетесь в течение дня при таком плотном графике? В целом, преимущественно, мы все едим на нашей базе уже непосредственно после того, как мы закончили весь анализ, но иногда мы заходим в кафе на АЗС. Бытует мнение, что люди, которые занимаются наукой, они такие, даже в свободное свое время занимаются тоже чем-то таким, типа перечитывания старых учебников, или... А ты вот как время проводишь, если не секрет? Все мои друзья, люди науки, занимаются чем-то творческим, я не исключение. Я играю на гитаре, я играю в группе. Мы играем
разную музыку. У меня несколько групп. С какой-то мы играем авторские песни, с какой-то это кавер-бенд. Ну, удается ли каждый день немножечко поиграть на гитаре? Каждый день не удается, но раз в неделю случается. А скажи, а как-то вот это хобби, увлечение музыкой, оно помогает тебе в работе? Музыка очень тренирует усидчивость, и это важное качество для моей работы, поэтому да. Часто попадается вот плохой бензин тебе на испытаниях? Нет, я за полтора года работы лично с этим ни разу не сталкивалась. У этого есть риски, но они крайне минимальные. Каждая жалоба, на которую мы отправлялись, в итоге оказывалась неоправданной. Вот так, друзья. То есть далеко не всегда дело в ОЗС. А какие были проблемы? Вот ты говоришь, вот жалобы были неоправданные. Жалобы клиентов, да, на тему, что машина встала? Да, да, такое случается. Но, как правило, топливо здесь ни при чем. Это просто свалить всю вину на топливо проще всего, прежде чем обследовать машину. То есть, если бы с топливом было действительно что-то не так, жалобы, скорее всего, были бы массовые. Мы, естественно, сразу, как только к нам поступает жалоба, мы собираемся, мы включаем это в наш маршрут и проводим анализ. Мы и сами отбираем, и проверяем арбитражную пробу, и отбираем из резервуара непосредственно бензин для того, чтобы удостовериться, что все в порядке. И, как правило, действительно все в порядке. А, итак, друзья, мы приехали на очередную АЗС здесь, на Кутузовском проспекте в Москве. И здесь мы тоже выполним контроль качества топлива по уже привычной схеме. Но, в принципе, как вы поняли из слов Екатерины, лично ей за полтора года ни разу некондиционное топливо не попадалось. Ну, что, в принципе, понятно. Я много раз говорил о том, что крупнейшие сети АЗС серьезно следят за качеством топлива по ряду причин, ну, в том числе и потому, что обычно вот блок переработки и блок реализации нефтепродуктов – две разные компании, да, которые друг от друга требуют максимального исполнения и четкости. Ну, особенно, то есть реализация требует от переработки, чтобы топливо всегда было 100% газованное, потому что иначе это становится их головной болью. Естественно, на маленьких АЗС там, и тех, которые работают с непонятных заводов нефтяных и так далее, каких-то, может быть, подпольных, где-то топливо на нефтебазе приготавливается, улучшается и так далее, естественно, никто таких гарантий вам дать не сможет. Ну и подобных проверок там тоже не случается. Мы уже в третий раз за день наполняем емкости. Ну что ж, друзья, давайте спросим у Екатерины, как прошли проверки на третьей нашей АЗС за сегодняшний маршрут. Расскажи, как топливо? Все отлично, отклонений я не выявила. Вот так проверяют качество топлива на крупных сетях АЗС. Спасибо, что смотрели. До новых встреч!